Итак, вашему вниманию представляем новую колоночку К12. Она достаточно компактная, хорошее звучание, комплектуется микрофоном беспроводным. Он подзаряжается, видите, через порт USB-C, вот такого вот маленького он формата, ну как бы достаточно для того, чтобы удобно держать. Сама колоночка, она такая немножко увесистая, хоть и достаточно маленькая, но увесистая. Вот такие вот у меня клавиши, кнопочки переключения разнообразные, со светомузыкой, включение микрофона, больше меньше громкость. В общем, на самом микрофоне тоже есть громкость меньше больше и отключение его. Сзади такая колоночка у нас заряжается тоже от USB-C. Вот для флеш-накопителя, SD-карты. И это у нас для наушников даже есть. Вот такой вот вход. Так, значит, мы ее включим, да? Вот кнопочка включения. Вот такое световое сопровождение. Забыл сказать вот про вот эту ручечку. Такая кожаная, хорошая. Удобно переносить с собой, брать. Ножки сделаны такие, чтобы она не убегала никуда, не ерзала. Да, она действительно никуда не убегает. Вот, теперь мы подключим ее по Bluetooth. Так, сейчас мы включим Bluetooth. Смотрим, что там тут Bluetooth нашел. К12 есть такое. Так, включаем. Творим пару. Так, пару нам включила, да? Ну, давайте включим какую-нибудь музыку. Чуть-чуть, чтобы мы могли послушать. Так, вот мы включили музыку. Чуть-чуть погромче сделаем. Что-то хорошо. Thank you.
также можем включить микрофончик. Раз, два, три, четыре, пять. Это мы включили микрофончик для пения. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаем чуть потише звук, чтобы можно было использовать песню вместе с микрофоном. То есть вы сюда можете поставить любую минусовку, любую песню, которая вам понравится, и вместе с исполнителем спеть, или если это минусовка, то самому под музыку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой микрофончик идет в комплекте. Совсем близко его нельзя подводить к динамику, но это как в любой технике. То есть на расстоянии оно как бы совершенно хорошо слышно и не понятно. Раз, два, три. Это меняется громкость на самом микрофоне. Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо за внимание.